что-то с ней не то. Я ей сказал, я ей говорю, чтобы она вытащила ключи из машины. Остановите машину. Вы пьяная, за рулем. Что вы это строите? Кстати, не придумайте себе лишних проблем. Я полковник, пошел вон, понял. Какая разница, вы пьяная? Я журналист телеканала 1+1. Вы хотите все проблемы? Если вы не хотите, пожалуйста, встаньте вот там и стойте. Вы сейчас выедете в мою машину, вам она обойдется дороже. Понимаете? Вы зачем вам проблемы? Можно все. Я вам говорю как человек, который безопасен.